Всем привет! Меня зовут Алексеев Николай, это Rain Game Studio и второй урок из цикла «Пиши красиво», который посвящен стратегии. И сейчас все люди, которые нашли это видео по запросу «Стратегия в Unity», такие смотрят на длительность урока и такие: 5 минут? Что? За 5 минут невозможно создать стратегию! И я открою вам страшную тайну. Ее невозможно создать даже за 7 минут. Ну, хотя, с другой стороны, если вы сможете найти урок хотя бы длительностью минут в 30, то этого времени вам тоже не хватит. Зато стратегия, которой будем заниматься мы, а именно паттерн проектирования, займет у нас секунд 20. Но так как мы здесь все такие умные и хотим стать еще умнее, то потратим буквально пару минут на то, чтобы понять, что это вообще такое и зачем оно нужно. Итак, стратегия — это поведенческий паттерн проектирования. Поведенческий. Я вот это сказал и понял, что я забыл рассказать, какие вообще бывают паттерны проектирования. А паттерны проектирования у нас бывают трех типов. Они бывают поведенческие, бывают порождающие и бывают структурные. То есть три вида. Одни из них каким-то образом структурируют наш код, другие результатом своей работы что-то создают, а третьи, собственно, каким-то образом влияют на поведение, то есть на логику бизнес-процесса нашего приложения. Так вот, стратегия — это поведенческий тип, который, собственно, влияет именно на логику. А ту самую стратегию мы с вами видели в прошлом уроке. Она у нас применялась в функции loadOSave для работы с инвентарем. То есть как работает стратегия? По совести это обычный if-else, либо switch case, то есть тут уж как удобней, который просто проверяет условия. В нашем случае он проверяет существование переменной inventory UIs. Если она равна нулю, то есть это значит, что инвентарь еще не инициализировался, значит его нужно загрузить, и выполняется часть, которая отвечает за функцию load. Происходит инициализация инвентаря, все замечательно, бла-бла-бла. А потом, в следующий раз, когда мы снова клацаем на эту кнопку, получается, что инвентарь уже инициализирован, то есть он уже полностью заполнен. Дальше у нас идет по коду создания элементов интерфейса. Все это прошло, и значит, теперь уже выполняется следующий этап кода, который идет после условия else, то есть сохранение нашей информации обратно в экземпляр нашего класса инвентарь. А давай сейчас посмотрим, как это работает. Да, если вы вдруг прошлый урок не смотрели, не знаю, нахрена вы это сделали, но вдруг вы не смотрели, посмотрим. Небольшая полезная фишка, когда отлаживаете свой код, вот здесь вот можно нажать такую классную штуку, нажать клацнуть и... О, господи, что произошло с Unity, почему появилось так много цифр, как мне дальше жить? Не паникуй, мужик, просто в режиме дебаг можно увидеть состояние своих приватных переменных в инспекторе Unity, что может быть очень полезным. А, так вот, нажимаем кнопочку «Инвентарь», у нас подгружается информация из него, соответственно, отрисовывается интерфейс, мы можем, значит, посмотреть. У нас отработала первая половина функции, то есть выполнилось условие load, так как вот эта переменная сейчас пустая, и у нас... Вот это условие выполнилось, вот эта часть кода прошла. Теперь мы идем, здесь что-нибудь меняем, нажимаем еще раз эту же кнопку, вызывается та же самая функция, и теперь выполняется вот эта часть кода, так как переменная уже инициализирована. Мы идем на другую сцену, еще раз нажимаем кнопку и подгружаем сохраненную информацию, так как мы ее сохранили буквально предыдущим действием. И что это получается? Получается, что вы сейчас все такие смотрите на это и думаете: погоди, но я ведь постоянно использую if-else. Это что значит, я умею пользоваться паттернами проектирования? И я тебе скажу. Да, мой друг, ты молодец. Продолжай в том же духе. Собственно, и все. Вот именно так работает стратегия. Это один из самых простых паттернов проектирования. Однако, наверное, один из самых часто встречаемых в принципе. На этом все, у нас все по стандарту, все полезные ссылки в описании, ставим лайки, дизлайки, комментарии, колокольчики, подписываемся на канал, подписываемся на группу ВКонтакте и пишем классные игры. Увидимся в следующем уроке.